Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис, и также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И бро, срау уже переподписаться на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду! И поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! Так как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами, так что скорее вступай в мою суприм банду! И банда, совсем скоро уже будет Новый год, и мы по этому поводу даже поставили елку. Просто посмотрите, какая она красивая! Но, к сожалению, у нас, Настя, нет новогоднего настроения, потому что мы понимаем, что нам уже никто не положит под елку игрушки. Но мы решили купить Деда Мороза с Даркнета. Да, банда, это просто жесть. Совсем недавно в Даркнете появилась новая вкладка, где мы можем покупать новогодних героев. Там есть Снегурочка, Дед Мороз и даже Снеговик. Именно поэтому, банда, я, скорее всего, закажу их всех. Но только давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда я уже закажу Снегурочку, либо Снеговика, или даже их всех одновременно. Решать вам, банда. Но сегодня, банда, мы закажем Деда Мороза. Что будет с ним происходить, я даже не знаю, потому что это Даркнет. Ранее мы уже заказывали разных персонажей с Даркнета. К примеру, мою новую девушку Вероника, она полностью отбитая. Что будет сегодня с Дедом Морозом, я не знаю. Но, банда, скорее ставьте лайк, а также подписывайтесь на наши с Настей инстаграмы. В наших инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Так что будет скорее, ссылка в описании, ставь лайк, а мы теперь заходим в Даркнет. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, мы уже входим в Даркнет. Посмотрите на это. Это и есть тот самый сайт под названием Дед Мороз. Господи, банда, посмотрите, сколько их здесь. О, они такие дорогие. Да, один стоит целых $990, а самый дорогой 1200, это реально очень много. А второй вообще похожий на женщину. Да, посмотрите, банда, серьезно, Настя говорит правду. Он реально больше похож на женщину с бородой. Но зовут его Евгений, стоит $1000. Посмотрите на третьего, банда, просто жесть. У него взгляд прям как у пенни. Господи, ты видишь, что Настя? Да, вижу. Это очень страшно, банда. И зовут его Виталити. Посмотри на имя на первых двоих, они русские. А вот третье имя Виталити, как будто он какой-то не русский. Именно поэтому, банда, мы, наверное, сейчас зайдем к нему и почитаем про него. Мне реально интересно, что это за Дед Мороз. Итак, о господи, посмотри, сколько здесь всего написано. Дед Мороз, он же Санта-Клаус, Пернулель, Товлис Бабус, он же Крампус. Является легендарной особой, походящей из западно-крестьянской культуры, который, как говорят, ворует подарки у хороших детей на Новый год. 31 декабря, 1 января. Мне очень жалко детей, которых она обокрал. Да, банда, просто жесть. Современный Дед Мороз ведет по традиции, связанной с святым Николаем, потому что последний устал от праздников. Разве такое возможно? По легенде, этот Дед Мороз составляет списки детей по всему миру, классифицируя их в совместимости с их поведением и доставляет подарки всем, кто плохо вел себя весь год на ночь Рождества. Получается, мы не получим от него подарки. О, банда, я не знаю, что от этого ждать. Этого Деда Мороза можно узнать по его смеху, ха-ха-ха. Странно, почему не хо-хо-хо? Да, обычно Деды Морозы говорят хо-хо-хо, а тут почему-то ха-ха-ха. Это очень странно, банда. Когда вы закажете этого Деда Мороза, вы должны будете выключить все рождественские огни и потушить свет. Также стоит положить молоко и печенье, иначе Дед Мороз разозлится и победит вас. Это просто жесть, банда. Окей, заказываем эти Деда Мороза, мне очень интересно. Господи, банда, мы реально заказали Деда Мороза с Даркнета. Того самого, как Пеннивайз. Я лично надеюсь, что нам сегодня доставят хоть какие-то подарки. Потому что у нас под елкой вообще ничего нету, никаких подарков. Настя, что бы ты хотела получить от Деда Мороза? Айфон. О, это очень дорого. Тем не менее, банда в Даркнете написала, что нам нужно задобрить Деда Мороза. У нас для этого есть все молоко, печенье. Давайте все это сам здесь на столе и посмотрим, как это будет есть Дед Мороз. Ну, естественно, банда, давайте для начала все приготовим. Просто жесть, мне не верится, мы реально заказали Деда Мороза. Интересно, какой он вообще будет, большой, толстый или худой. Окей, мы наливаем молоко Деду Морозу. О, черт. Окей, теперь же давайте оставим его печенье. Итак, банда, мы купили какое-то необычное печенье. Ранее мы такого не видели. Надеюсь, Дед Мороз будет в восторге и даст нам хорошие подарки. О, банда, просто посмотрите, какое здесь печенье. Я ранее такого реально не видел. Оно какое-то очень, наверное, вкусное. Окей, Настя, хочешь? Давай. Держи. Окей, Суприм Банда, вы, наверное, тоже очень хочете печенье. Кусайте. О, ничего себе, вы откусили. Окей, я доем за вами. Очень вкусно. Так, банда, сейчас нам все это печенье нужно разложить на тарелки. Просто жесть, посмотрите, сколько здесь печенья. Надеюсь, Дед Мороз будет в восторге от всего этого и реально нам даст хорошие подарки. Окей, по идее, банда, все готово. Мы разложили максимально много печенья, наготовили молоко. Нам же теперь, банда, со всем этим добром только остается ждать Деда Мороза. А банда, для нас огромным подарком на Новый год будет, если вы подпишетесь все вместе. Мы очень с Настей хотим 2 миллиона подписчиков, так что поди скорее подписывайся. Это будет лучший подарок для меня. Окей, все это оставляем здесь, а сами уходим. Будем ждать Деда Мороза. О, господи, Настя, проснись! Эй, Настя, ты слышишь ту музыку? Джингл Бэн, Джингл Бэн. Да, похоже, это Дед Мороз, он пришел. Да. Окей, давай идем быстрее, увидим, где он. Скорее всего, что он уже в квартире. Это просто
его купили, банда. Что он делает? О, Настя, он пробует наше печенье. Молоко пробует. Похоже, ему не понравилось. Это просто жесть, банда, вы это видите? Уже какие-то странности происходят. Это реально Дед Мороз Даркнета. И что он делает? Черт, просто жесть, это не верится. Мы реально заказали Деда Мороза Даркнета. Он пробует печенье. Черт, ему не понравилось, Настя. Похоже, печенье было плохое. Это жесть, господи. Я очень сильно переживаю, банда, вы видите это? Он курит. Дед Мороз, ты что, куришь? Ты просто жесть, что такое? О, господи. О, господи, Настя, что это просто жесть? Он реально какой-то странный. Это реальный Дед Мороз. Он тебя зовет. Я? Да. Мне страшно. Давай, Настя, скажи ему, что ты хочешь от него. Это просто жесть, банда. Реальный Дед Мороз. Ой, я хочу телефон и косметику, и ноутбук. О, господи, ты очень много назвала. Не думаю, что у него в этом мешке есть хоть что-то такое. Просто жесть, банда. Это мусорный мешок. О, Настя, это подарок. Это же косметика. О, это реально нечто. Просто жесть, банда. О, что ты делаешь? Ты не можешь так ее просто пихать. Я? О, господи, просто жесть. Окей, Настя, мне в это не верится, банда. Это реальный Дед Мороз. Окей, я не знаю, что я хочу. У меня, в принципе, все есть. Это реально Дед Мороз Даркнет, я же вам говорю, что будет какая-то жесть. Он нам подарил какие-то подарки. Окей, Настя, попытайся открыть его, интересно, что там. Просто жесть, банда, это был реально Дед Мороз Даркнета. О, господи, даже интересно, что он подарил. Он так просто бы вытащил его из своего мешка? Да. Ты заказывала косметику у него, но откуда у него так быстро могла появиться косметика? Да, я думаю, здесь не косметика. Господи, давай быстрее, что там? О, Настя наконец-то открыла. Что-то есть. О, господи, что это такое? О, что это может себе. Быть? Ничего себе. Да. О, черт, это нож! Это не косметика! А зачем он тебе? Просто посмотрите, банда, это реально какой-то кинжал! А что он мне подарил? О, господи, банда, что это вообще такое? Там ничего не слышно, как будто ничего нет, просто какая-то коробка! Окей, давай ее откроем! Я не знаю, что здесь вообще может быть, банда, я даже не догадываюсь! Это просто жесть! Посмотри, что это такое! О, господи! О, боже, банда, это какой-то пистолет, вы это видите? Он ты видишь, настоящий? Да, похоже, настоящий, просто жесть! Посмотри на это, о, господи! Просто жесть, банда! Он нам подарил какое-то оружие, вы это видите? Мне просто в это не верится, ты реально какой-то сумасшедший Дед Мороз! Давай посмотрим за ним на скрытых камерах! О, да, Настя, хорошая идея, сейчас возьму! Окей, банда, у меня в доме стоят скрытые камеры, с помощью них мы сейчас проследим за этим Дедом Морозом! Окей, ты видишь его, это реально он! Он просто куда-то идет, он идет с своим тем мешком! Еще непонятно, почему у него не настоящий мешок, а всего лишь какой-то мусорный пакет! Это просто жесть, банда! О, он сейчас что-то с него достает, он достает нам подарки! Это просто жесть, банда! Это реально подарки, вы это видите? Это еще не подарки? А что, если там тоже какое-то оружие? О, господи, я очень переживаю, потому что Дед Мороз может положить нам оружие, после чего вызвать полицию. У нас будут огромные проблемы, ведь у нас нету никаких документов на эти оружия. Еще один подарок, ты видишь это? Да, вижу. О, господи, просто жесть, что он дальше делает? О, он берет бумагу! Это та бумага, с помощью которой хотела бы дать подарки Насте. О, господи, что он делает? Он на что, сворует бумагу или что? А нет, у нее просто разворачивает, что он вообще делает, Настя? Подарки с собой? Не знаю, посмотри, он смотрит. Он берет наши игрушки! Это же мое! Да, это просто жесть! Он ворует наши игрушки! Так же, как было написано в Даркнете! В Даркнете написано, что он ворует игрушки в хорошие, а дают плохим! То есть, получается, что мы с тобой вели хорошо себе в этом году! О, господи, он просто ворует ее, вы это видите? Это такая жесть, банда! Мне это прям не верится, он реально украл нашу игрушку! И тебя просто заматывают ее в подарочную обертку! Такая жесть! О, господи, мы не можем это просто так допустить! Нам нужно срочно его как-то остановить, это наши игрушки! Иначе он просто ограбит весь наш дом! Окей, Настя, скорее идем за ним! Дай. Дед Мороз, остановись, что ты делаешь? О, господи, Настя, он реально ворует! Это просто жесть, это наша игрушка! Эй, остановись, что ты делаешь? О, чё? О, господи! О, господи, скорее уходи! Уходи отсюда! Уходи отсюда! Мы не можем! Давай уходи уже! Вон отсюда, уходи! Скорее! О,
Ой, Тимоша, не приходи сюда! Выходит Мороз! Это просто жесть, ты это видела? Да. Он реально какой-то сумасшедший, это был реально Дед Мороз Даркнета! У нас тут какие-то подарки! Просто посмотри, тут реально лежат какие-то подарки! Один подарок и еще один, окей, держи, это твой! Да, окей, хорошо. Давай теперь попробуй их открыть, посмотреть, что там! Я ничего не слышу! Господи, банда, просто жесть, еще одни подарки! Что вообще здесь может быть? Я реально без понятия, здесь какая-то коробка! В моем вообще ничего не слышно, там как будто ничего нету! Это Дед Мороз реально какой-то сумасшедший! Он украл у нас нашу игрушку, мне просто в это не верится! Ее вообще нету! Окей, Настя, что-то достала, открывай теперь, что там? Так? Окей. Ничего? В смысле? Просто пустая коробка! Это Дед Мороз максимально сумасшедший! Мы вели себя хорошо в этом году, именно поэтому ничего нам не подарил! Там было так написано в Даркнете! Получается, Настя, что ты вела себя хорошо! Давай теперь проверим, ли я себя хорошо вел, возможно, у меня будет подарок! Окей, банда, я здесь реально ничего не слышу, как будто ничего нету! Тем не менее, давайте сначала посмотрим, возможно, все-таки что-то будет! Окей, я уже открываю, мне просто в это не верится! Посмотри, там какая-то белая коробка! У тебя была такая коробка, да. У меня белая! Возможно, все же мне повезло, у меня будет какой-то подарок! Окей, банда, я открываю! Посмотри! Это телефон, Настя! Это реально какой-то телефон! Это Apple, Настя, ты видишь это? Да, это я iPhone хотела. 12! Это просто жесть! Банда, неужели тут реально будет iPhone? О, господи! Ничего нету! Снова ничего! Он просто запанул! Здесь нету никаких подарков, полностью пустота! Это просто жесть, банда! Дед Мороз реально сумасшедший! Окей, я не знаю, что делать дальше, мы просто его выгнали! Что будет дальше с Даркнетом, я просто без понятия! А банда, вы знаете, 10 лайков мы покупаем других персонажей из Даркнета! Если же вам понравится эта рубрика, это будет нечто! Что мы дальше будем делать? Наверное, ждать его, он скорее всего снова вернется!